Добрый день всем. Моя хорошая знакомая отдала мне свой цветочек, китайскую розу. Она сказала, что он будет цвести желтеньким цветом. Вот у него уже бутончик начинает распускаться. Я его только перевалила в другой горшочек и добавила земли, чтобы был побольше горшочек. Но он начинает давать пасынки. Это очень хорошо. На стеблях дает вот зелененькие пасынки. Но вот у него листочки желтоватые с прожилками. Что-то с ним не то. Нужно его подкормить. Конечно, я его подкормила. Вот и тут бутончики. Но я его только перевалила. Тогда он был только на улице, очень мало. Потом у нас было холодно, и я его занесла в дом. И вот что парадоксально, мы говорим, что муравей приносит лю на растение. Но вот тут у меня, вот в доме, тля появилась. Откуда ни возьмись, и вот тля. На мелких бутончиках, смотрите, зараза тля появилась и тут в доме. Боже мой, сколько их тут. Я в шоке. Мне нужно чем-то их обработать, потому что вручную, наверное, никак. Я вынесла его на улицу. О боже, чтоб посмотреть, у него были вот цветочки. Цветочный вот тоже цвел. Анжела говорила, что вот цвел, вот отцвел. И вот на них эта зараза появилась. Тля. Как это так возможно? Тут горшочки или вообще на цветочке муравья. Вообще нет ни одного муравья. Как они могли тут появиться и поселиться? Я не знаю. Но мне нужно срочно их обработать чем-то. Конечно, я первый день их обработала тоже мылом. Для того, чтобы не было какой-нибудь инфекции. Но вот все равно что-то не то. Вот цветочек цветет. Бутончик распустится. Посмотрим цвет. Обалденный. Я очень хотела китайскую розу желтого цвета. Да, они вообще бывают разных цветов. Это нереально иметь все цвета цветов. Это вообще нужно иметь такую коллекцию, потому что я люблю все цветы, даже кактусы, потому что они тоже разные. И вот Анжела мне сделала вот такой сюрприз классный. Вот три бутончика, они точно распустятся. Благодарю Анжелу за такой подарок. Но вот все-таки нужно поработать с ним, потому что пока мы с ней поработаешь, результат не увидим. Вот. Жду. Не дождусь цветения. Всем пока-пока. Доброго дня, удачи всем и во всем.